Всем привет, это интернет-магазин Автодок, и сегодня у нас на обзоре штатное магнито для Kia Sorento с 2009 по 2013 год. Вот с таким вот большим экраном, с такой рамочкой в комплекте. Все в сборе идет. Фишка у нас находится сзади, и там же USB-шки для подключения. То есть можно жесткие диски воткнуть, флешки. Так, теперь по комплектации. Идет у нас GPS такой модуль в комплекте и Wi-Fi усилитель сигнала. В принципе, все. Ну, естественно, фишки подключения, как я сказал уже ранее, все идет пин-ту-пин, то есть ничего обрезать не нужно, резать. Вот. Подключение камеры у нас тоже есть. Кнопки подключаются, руля, все без проблем. Давайте посмотрим на саму магнито. Она у нас с большим экраном, кнопки все сенсорные. То есть, если кто-то боится насчет мороза, например, зимой, то что там работать не будет, то есть, не переживайте, тут морозостойкий тач, гарантию даем, все будет хорошо работать. Ну, естественно, наверное, в минус 50 она будет тяжеловато ей, но остальные нормальные градусы, там 20, 30, 40 нормально будет. Далее, вот интерфейс у нас такой, давайте посмотрим, у нас через Device Info приложение. У нас процессор тут Quad-Core R16, 1 гигабайт оперативной памяти, 6.01 Android, на Cortex-A7, Mali 400MP, видеоускоритель идет. Так, далее, памяти у нас 12 гигабайт встроенной, то есть все остальное идет на систему. Давайте дальше посмотрим. Приложение закрывается, например, можно вот так закрыть, но все равно она в трее сохраняется, то есть в кэше ее нужно вот так иногда, ну, закрывать, потому что копится кэш, и есть тут мультизадачность как раз. Вот здесь будут показаны недавние приложения. Радиоинтерфейс выглядит таким вот образом. Станции, всякие преднастройки, тут DX, Band, то есть поиск все автостанций. Эквалайзер шестиполосный с преднастройками, баланс. Далее. Bluetooth hands-free. Через этот поиск нажимаете, ищете устройство, подключаетесь. Потом вы можете загрузить, например, ваши контакты прямо в магнитолу. Тут входящий, исходящий, история вызова, все есть. Тут есть вот значок Bluetooth музыки, то есть можете с телефона проигрывать все что угодно. Так, это вот наша шторка так открывается, как на всех, в принципе, андроидах. Есть такая функция Clear Memory, то есть почистить память. Далее сделать скриншот, Assistor Touch. Яркость у нас регулируется таким образом. То есть она вообще можно пару раз нажать, она сначала вот уменьшилась. Вообще сейчас не видно, то есть ночью очень удобно, чтобы не светило ничего. Далее, тут у нас Wi-Fi, экстренные вызовы. В принципе, эти иконки можно менять, тут же можно регулировать сразу громкость. Так, навигационное приложение, типа, ну, вот оно все равно тут есть. То есть сюда можно зафиксировать клавишу на какое-нибудь другое навигационное приложение, GPS, тест, а там Navitel, Яндекс.Навигатор. Так, даже тут есть резет. Вот, есть тут резет, кнопочка, и микрофон, кстати, через который вы будете общаться. Далее. Вот у нас тут написано, что USB-накопитель обнаружен, новая карта, то есть у вас уведомления тут будут уходить. Уведомления можно закрывать вот таким вот образом. Сейчас у нас, кстати, вот здесь установлены обои живые. Можно их менять на обычные, то есть не на статические. Ну, или скачивать с интернета, в принципе. Далее. Подключение камер заднего вида, как я сказал. Можно с динамическим меню подключить штатную камеру, подключить. Можно ее подключить переднего вида через AUX. Там. Также можно подключить ТВ. Цифровое ТВ у нас можно приобрести. У нас цифровую приставку. Цена по цифровой приставке 2600 рублей. Будете смотреть в цифровом качестве на таком большом экране. Что очень удобно. Видео. Видеоплеер выглядит таким образом, но любое приложение здесь, то есть музыкальное, видеоприложение, еще что-нибудь можно закачать через Play Market. Входите в ваш аккаунт и, в принципе,
качается приложение, которое у вас, например, на телефоне есть, и сюда перенести можно. Так, Put Animation. Так, это сюда можно, если что, закачивать ваше лого. Google Chrome браузер. Серфить по интернету можно. Через вот как раз тут Wi-Fi есть. Далее посмотрим Steering Wheel. Это управление кнопками на руля. То есть старт нажимаете, Wall, и нажимаете кнопку на руле. Все фиксируется. Давайте зайдем в настройки. Посмотрим. Такие настройки есть. Вот так выглядит. Язык вот мультиязычная она. Всякие настройки для разработчиков. Давайте сделаем Extra Settings. Вот такие у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас пароль для входа настроек. Так. Вот мы включили. Как видите, то есть у нас горит. Сейчас посмотрим, меняется ли подсветка. Или она такая будет голубая. Как видим, да, она не меняется, просто голубая будет с красным, то есть, вот, ну, ее можно, если что, отключить вообще. Далее, посмотрим, GPS-тест она сейчас ловить не будет, то есть ваши спутники здесь будут показываться. Кстати, на этот Android можно установить какой-нибудь антирадар, будет в базе там все радары вашего региона показываться, когда вы будете ехать в режиме реального времени. Вот, в принципе, все. Покупайте в нашем интернет-магазине автоток.net, автоток.com. Всем спасибо, пока.